Весь менты, да пусть не занимаются. Что ты снимаешь? Ребята, молодцы, о, я уважаю таких людей. Давайте, ребята. Здравствуйте. Проект «Город Польша» проводит 12 сотрудников в среду в 6 месяцев. Здесь курение запрещено категорически. Будьте добры, пойдите. На будущее там есть на курение лапта. Не имеем права снимать вас. Не имеем права снимать. Не имеем вас права снимать. Покажите. Что вам показать? Почему тут приклеивают? Тут делать не будет. Мужчина, здравствуйте. Проект «Лев против». Проводим гражданский контроль против курения в общественном месте. Будьте добры, сигаретку потушите, пожалуйста. Хорошо. То есть курение запрещено. Вот, хорошо. Девушка, здравствуйте. Проект «Против». Проводим гражданский контроль по курению в общественном месте. Будьте добры, пишите, пожалуйста. А тут пепельница. Это не пепельница, это урн для мусора. Здесь курение запрещено. Это пепельница, лавриоли. Курение запрещено, сверху, пишите, пожалуйста. Вы еще рядом с ребенком находитесь, вам вообще не стыдно? Вам не стыдно? Вот пепельница моя. Чтобы вам никуда не тянуть рукой. Солнышко. Вы в ненормальном состоянии ходите, в алкогольном состоянии. То есть нарушаете статью 20. .21. Опаньки. Вы нетрезво находитесь. Это следите как это? За ребенком, следите за ним. Это внук, это нормально. Это очень плохо. Это очень плохо. Солнышко, плохо, то что вы не в трезвом состоянии еще рядом с ребенком. Все, все, все. Не надо. Все. Не надо на самом деле. И не надо отошли, снимать. Отошли в сторонку, там покурили. И не надо снимать. Кричать вас никто не просил. Кричать не надо. Вам разрешили кричать снимание камер? Разрешили снимать. Да? Вас разрешили снимать. Покажи мне разрешение снимания камер. Какое камеры? Разрешение вам? Какого нужно разрешения? Да. Что он делал? Курили, то есть, у нас три уже ловили, а у нас где-то, вот. Вот зато проект у нас был. А? Ну, где-то, нельзя.
Нож у тебя был позаду проекта? У меня ножей не было. У тебя до этого был нож? Не было. До этого? Сейчас у тебя ножи не было. Они просто пристают. Я стоял, курил, да. Я в этом, где сколько можно. Сколько тебе лет? А? Сколько тебе лет? 14. Как фамилия? Сафон. Не знаю. Что он делал, получается? Курил раза при нас, сегодня раза 3-4 курил. Куришь, что ли? Да. Где куришь? У центрального входа. Стреляет сигаретами по всему, что не стесняясь, мы что, вот нас бегает, у нас уже... Я ведь курю, блядь. Да, не знаю, не ругайся. Шоты, не знаю. Тебе сколько? Тебе сколько лет вообще? Разрешенный. Не может быть, что вообще. Нам не вызывали, потому что мне что-то было на 18 лет. А что там? Что вы что-то делали? Как она что-то делает? Уроки надо идти делать. Я не сделала. Вот они с утра и до вечера. Охрана сказала, она уже неоднократно его забирали, просто беседовали и отпускали. Но вот меня?